Слово для выступления предоставляется товарищ Николаевой Терешковой, председателю комитета советских женщин, летчику-космонавту СССР, герою Советского Союза. Дорогие товарищи делегаты, уважаемые зарубежные гости, позвольте мне от имени Комитета советских женщин сердечно приветствовать вас и передать горячие пожелания успехов в работе 16-го съезда профессиональных союзов СССР. Позвольте сердечно поздравить вас. Позвольте сердечно поздравить вас и в вашем лице советские профсоюзы с высокой наградой Родины орденом Октябрьской революции. Глубоко символично, что этот орден вручен профсоюзам в год славного юбилея, 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, когда в городах и селах страны растет всенародный патриотический подъем, когда день ото дня ширится подготовка к этому крупнейшему политическому событию современности. Миллионы советских женщин, которым октябрь принес раскрепощение и подлинное равноправие, с огромным воодушевлением готовятся достойно встретить великий праздник. Дорогие товарищи, советские женщины глубоко взволнованы душевными и проникновенными словами генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, сказанными здесь, на съезде, о наших замечательных женщинах-труженицах. Эти слова откликаются в наших сердцах искренней благодарностью за ту заботу и внимание, которые партии и государства постоянно проявляют о нас, женщины. Эти слова вызывают у нас стремление работать еще лучше, совершать новые трудовые подвиги. Женщины страны Советов сознают, что их личное счастье, счастье семьи и будущее детей неотделимы от судеб страны. Они связывают лучшие свои надежды и помыслы с ее новыми достижениями в коммунистическом созидании и успехами в борьбе за прочный мир. Как и весь наш народ, советские женщины глубоко благодарны нашей партии, ее Центральному комитету, Политбюро, лично товарищу Леониду Ильичу Брежневу за постоянные и действенные усилия по обеспечению мира и безопасности народов. Чувством огромной ответственности советские женщины трудятся над выполнением решений 25-го съезда КПСС. Они участвуют в осуществлении гигантских комплексных программ 10-й пятилетки. Они самоотверженно работают у станков и на колхозных полях. Вносят вклад в развитие науки, образования и культуры. Около 40 миллионов тружениц участвует в развернувшемся по всей стране всесоюзном социалистическом соревновании в честь 60-летия октября под девизом «Работать лучше, повышать эффективность и качество». Партия выдвинула на первый план задачу повышения материального и культурного уровня жизни советских людей. Социальная программа 10-й пятилетки – самая широкая социальная программа, которая когда-либо принималась в нашей стране. Мне хочется особо подчеркнуть то внимание, которое отводится в этой программе улучшению условий труда, быта и отдыха советских женщин. В 10-й пятилетке будет значительно увеличена сеть дошкольных учреждений, расширена сеть школ и групп с продленным днем, число пионерских лагерей, спортивных и оздоровительных, трудовых баз для подростков и молодежи. Дополнительно к декретному отпуску работающим женщинам будет предоставлен частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года.
Дальнейшее развитие получит бытовое обслуживание, общественное питание. Хочу особо подчеркнуть, что в улучшении условий жизни и труда советских женщин огромную роль призваны сыграть профсоюзы. О том, какими большими резервами для решения этих вопросов располагает практически каждое предприятие, министерство и ведомство, показал всесоюзный общественный смотр условий труда, быта и отдыха женщин, проведенный по инициативе ВЦСПС в 1975 году, Международном году женщины. Из миллиона рационализаторских предложений, внесенных в ходе смотра, 75% было внедрено без дополнительных затрат. Остальные учтены при составлении на 76-80-е годы комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Мы очень рассчитываем, что дальнейшему облегчению и оздоровлению условий труда и производственного быта женщин-работниц, повышению их квалификации послужит новый всесоюзный смотр, объявленный ВЦСПС на 77-78 годы. Большой вклад могут внести профсоюзы и в реализацию программы строительства детских дошкольных учреждений в соответствии с поставленной 25-м съездом партии задачей увеличить на 2,5-2,8 миллионов мест в детских садах и яслях. Нет сомнений, что в решении задач, связанных с улучшением жизни народа, весомый вклад внесут профсоюзы. Ведь именно ради человека, ради его интересов действуют наши советские профсоюзы, сказал в своей яркой и глубоко содержательной речи на этом съезде Леонид Ильич Брежнев. Дорогие товарищи, советские женщины счастливы, что живут в обществе, основанном на социальной справедливости, в обществе, где не только гарантированы права человека, но где благо трудящегося человека является высшей целью и высшим законом. Уничтожение эксплуатации, отмена частной собственности на средства производства, ликвидация всех форм дискриминации по признаку пола, возраста и национальности – вот подлинная основа обеспечения прав трудящегося человека. Эту основу заложил Великий Октябрь. Предоставление женщинам широких социальных льгот на производстве и широких возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, все возрастающая помощь государства семье – вот реальные условия, которые создал социализм для проявления творческой активности женщин во всех областях экономической и общественно-политической жизни. Глубочайшее возмущение у советских женщин вызывает попытки империалистических клеветников создать впечатление о каких-то нарушениях гражданских прав в Советском Союзе. В государстве, где народ является подлинным хозяином своей страны. В нашей стране женщины составляют более половины всех трудящихся, занятых в народном хозяйстве. Им широко открыта дорога к профессиональному росту. Более 200 тысяч мастеров, столько же начальников цехов, отделов, лабораторий, около 4 тысяч руководителей предприятий – женщины. Среди специалистов с высшим и средним специальным образованием женщины составляют 59%. В науке и научном обслуживании женщин – около половины. Сегодня женщины широко представлены во всех органах государственного управления. В советах депутатов трудящихся, самых представительных органов народа власти, женщины составляют почти половину. В одном Верховном Совете СССР депутатов женщин больше, чем во всех странах капитала вместе взятых. Они играют активную роль в деятельности Коммунистической партии, Ленинского комсомола, советских профсоюзов. Осуществление подлинного равенства женщин во всех областях жизнедеятельности общества
один из важнейших факторов реализации прав человека. Прогресс Родины Октября, наша демократия для народа и в интересах народа, достижения реального социализма особенно ярко видны в сравнении с положением трудящихся в капиталистических странах. Жестокая эксплуатация, ухудшение условий труда и жизни, инфляция, грубое нарушение прав человека, в том числе важнейшего социального права, права на труд, вот удел человека труда в мире империализма. По неполным данным Международной организации труда, в 18 странах Западной Европы, в США, Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии насчитывается сейчас свыше 17 миллионов полностью безработных. С учетом же членов семей тех, кто лишился работы, безработица затронула 40,5 миллионов человек. В еще большей степени ущемляются в капиталистических странах права трудящихся женщин. Составляя примерно треть всех работающих, трудящиеся женщины все еще занимают второстепенное место в экономической жизни, подвергаются дискриминации в трудовых отношениях. Такие важные проблемы, как занятость женской рабочей силы, предоставление возможности получить профессиональное образование и квалификацию, оплата и охрана труда и здоровья, помощь семье и трудящейся женщине, пенсионные обеспечения остаются нерешенными. Безработица среди женщин США составляет 9,5%. Во Франции в настоящее время женщины составляют 60% полуторамиллионной армии безработных. Несмотря на то, что во многих странах приняты законы о равной оплате труда мужчин и женщин, предприниматели повсеместно их нарушают. Так, в Великобритании по-прежнему заработок женщин составляет 56% заработка мужчин. Профессиональная подготовка женщин значительно отстает от подготовки мужчин. 90% трудящихся женщин в ФРГ выполняет неквалифицированную работу. По данным Министерства труда Японии, из 41 профессии, по которым велось обучение молодежи в 1976 году, для девушек были открыты только 5 профессий. Положение женщин в капиталистическом мире служит убедительным примером вопиющего нарушения прав человека. Борьба за освобождение женщины – это часть классовой борьбы пролетариата. Мы являемся свидетелями все возрастающего участия трудящихся женщин в забастовочном движении, в борьбе против эксплуатации и угнетения. Женщины все больше связывают свою борьбу за удовлетворение социально-экономических требований с общей борьбой за мир, разрядку международной напряженности и разоружения. Они все отчетливее понимают, что именно в условиях мира создаются наиболее благоприятные возможности для развертывания борьбы женщин за эмансипацию. Вот почему международная женская общественность так горячо поддерживает программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, принятую 25-м съездом КПСС. Новая мирная инициатива Советского Союза всех социалистических стран. Проведение в 1975 году Международного года женщины дало мощный толчок росту политического сознания женских масс. Под девизом года «Равенство, развитие, мир» объединили свои усилия общественные, женские, профсоюзные, молодежные, кооперативные, религиозные организации, движения «За мир и солидарность». Участие профсоюзных организаций во Всемирной организации конференции ООН в рамках Международного года женщины в Мехико и во Всемирном конгрессе, посвященном Международному году женщины в Берлине, способствовало активизации борьбы за права трудящихся женщин. Стремление к сотрудничеству и единству действий ярко проявилось на состоявшемся в феврале
этого года в Берлине заседание Комитета по продолжению действий Всемирного конгресса, посвященного Международному году женщины. В программе совместных действий общественности в связи с десятилетием ООН в защиту женщин важное место отводится борьбе за права трудящихся женщин. Огромная роль в претворении этой программы в жизнь принадлежит таким массовым боевым общественным организациям, как Всемирная федерация профсоюзов и Международная демократическая федерация женщин, завоевавшим большой авторитет и влияние в массы. С каждым годом возрастает влияние женских организаций социалистических стран в международном женском движении. Опыт решения исторической проблемы раскрепощения женщины в Советском Союзе и других социалистических странах является притягательным примером для миллионов и миллионов женщин в странах капитала, молодых национальных государств. Этот опыт свидетельствует о неоспоримых преимуществах социалистического строя. Большой интерес у международной женской общественности вызывает проведение в Москве летом этого года международного семинара, посвященного 60-летию Великого Октября на тему «Женщина и социализм». Советские женщины активно участвуют в деятельности Международной демократической федерации женщин, Всемирной федерации профсоюзов и других международных общественных организаций. Мы стремимся внести свой вклад в объединение всех прогрессивных антиимпериалистических сил в борьбе против международных монополий, за ликвидацию колониальных режимов и политики неоколониализма против расизма и апартеида, фашизма и реакции, поддержку жертв империалистической агрессии. Советские женщины будут и впредь крепить дружеские связи с женщинами стран социализма, боевую пролетарскую солидарность с трудящимися женщинами всего мира, со всеми теми, кто подвергается угнетению и эксплуатации. Дорогие товарищи, позвольте заверить нашу родную коммунистическую партию, ее Центральный комитет и Политбюро во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичом Брежневым, советские женщины отдадут все свои силы, знания и опыт великому делу построения коммунистического общества в нашей стране, укреплению мира во всем мире.